Здравствуйте, друзья! У меня небольшое для вас сообщение, состоящее в том, что контрактор, генеральный контрактор, который строит там для нас периодически какие-то наши проекты выполняет, зовут его Эдуард, попросил объявить, если вот есть желающие поработать на стройке, даже без опыта, так, то вот он с удовольствием как бы рассмотрел, что у него много проектов и не хватает людей. Все это находится в Кремниевой долине. Единственное требование, которое реально есть, чтобы человек имел какой-то транспорт, чтобы он мог добираться до объекта. То есть пешком он не дойдет, и, в общем, как-то на велосипеде я тоже не уверен, что он доедет, но вот такое есть требование. Поэтому, если как бы вы заинтересованы, то имейл и телефон Эдуарда я дам в описании к этому видео. Спасибо большое, успехов всем!